Глянь на сиськи той девчонки. О, да. Смотри, какие негодницы. Боже, могу поспорить, она может левую закинуть на правое плечо. В хорошем смысле. Хочу засунуть голову посередке. Вот так. Только посмотри на нас. Парочка бабников. Парней нельзя изменить, Максим. Такие мы есть. Да, он настоящий спортсмен. Небольшой, а настоящий, потому что умный. Я даже не знал про бокс. Да, помню, как он подрался с парнем с двумя пистолетами. Здоровенный сукин сын. Он даже не мог сопротивляться, но... врезал-таки. Прямо в рот. Выбил его капу. Твой отец посмотрел на меня, подмигнул, достал капу и выбросил. Пошел обратно и дрался еще два раунда без капы. Готов? Да. Большое спасибо, тренер. Конечно, всегда пожалуйста. Пока, тренер. Вы случайно ничего не говорили Бландейлу про меня? Конечно, говорил. Пришлось. Ты же на его месте. Да, да. Просто... я думал, что мы будем молчать. Ах да, я помню. Я тебе рассказывал притчу о черепахе и скорпионе. Нет. Черепахе не стоит доверять скорпиону. Не уверен, что вы понимаете, что такое притча. Я не уверен, что ты понимаешь скорпионов. Слушайте, можете дать мне минуту? Я скоро подойду. Да, я буду возле Мустанга. Включу Криденс на полную.